Ольга Белоногова приехала в областной центр из поселка Пестяки. Ее 5-летней дочери Арине срочно требуется помощь. С самого рождения у малышки были проблемы с неврологией. В 4 года девочка перестала ходить. Арина неоднократно посещала детскую областную больницу. С ней работали врачи из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Однако внятного диагноза нет. Плана лечения, соответственно, тоже. Мама малышки обратилась в благотворительный фонд «Ангелы света». Семье срочно нужно собрать деньги на генетический анализ. Собственных средств не хватает. Генетический анализ должен исключить или подтвердить генетику, то есть либо это какая-то спонтанная мутация, которая, ну, если она будет, то там, возможно, какой-то план лечения разработают касательно генетики. Вот. Если же это не генетика, то, возможно, какое-то оперативное вмешательство. То есть все будет зависеть от результатов анализа. Благотворительный фонд «Ангелы света» в Иванове организация новая. Деятельность начали в ноябре прошлого года. Работаем мы, в основном начали работать с детскими домами. То есть первый – это детский дом «Солнышко», социально-реабилитационный центр несовершеннолетних, детский дом «Радуга». Вот потом взяли Арину для того, чтобы сделать генетический анализ, помочь. Моральное, да, удовлетворение идет, когда мы видим результат. То есть, когда это радость детей, их улыбка. «Ангелы света» оказывают помощь детям. До Арины работали только с учреждениями. Девочка из Пестяков – их первая ласточка. Собрать на генетический анализ нужно 99 тысяч рублей. Для фонда это дело чести. Помощь реально хотели оказывать не только в денежном эквиваленте, а во всем. То есть где-то вещами, где-то продуктами, где-то лекарствами, где-то какой-то медицинской помощью. То есть всем, чем сможем помочь. Помочь Арине можно одним сообщением. Реквизиты вы сейчас видите на экране. Также информацию можно найти на сайте благотворительного фонда «Ангелы света» РФ. Главное помнить, что чужих детей не бывает. И каждый маленький человек – это наше будущее. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.